Всем привет! Я очень рада видеть каждого из вас на своем канале. И сегодня я спешу поделиться с вами обзором на свою новенькую, прекрасную, невероятную книгу. Это корейская раскраска. Я называю ее просто «Книга с куколками». Она вышла буквально вот неделю назад, и сегодня она ко мне приехала. И я спешу поделиться с вами обзором, поскольку, ну, по крайней мере, я на сегодняшний день обзоров не нашла, и я уверена, что многим из вас он будет очень интересен. Ну что, приступим к обзору. Книга у нас, собственно, довольно большого формата. Это формат А4, что не очень свойственно для корейских раскрасок. Они, как правило, чуть более компактны. А такие вот довольно внушительные книги встречаются у них все-таки редко. Книга у нас на склейке, и она довольно тяжелая и довольно толстая. Но достигается это не за счет какого-то сильно большого количества иллюстраций, а все-таки за счет плотности бумаги, потому что, по крайней мере, тактильно бумага действительно очень плотная. Итак, на первой страничке мы с вами видим небольшой блок с контактами автора, его ник в Instagram. Также здесь у нас указана информация об издательстве и указана дата публикации 5.07.2021 года. Однако книга с печати вышла немного раньше, благодаря чему и я свой экземпляр получила раньше и имею возможность сегодня делиться им с вами. Итак, начнем уже листать с вами полноценные иллюстрации. Несмотря на то, что формат этой книги нестандартный для корейцев, однако логика построения раскрасок довольно стандартна. Это мы с левой стороны видим пример, раскрашенный от автора, а с правой стороны представлена картинка для раскрашивания уже нами. Мне нравится такой формат, ты можешь подсмотреть какие-то детальки, сможешь подсмотреть, как какие-то тени расставлять, возможно, рефлексы, ну или, в принципе, иллюстрацию повторить, если она тебе нравится. Здесь мы видим просто невероятную белоснежку. В этой книге будет довольно много иллюстраций, отсылок к разным произведениям. Вообще, автор своих куколок рисует, скажем так, по референсам. Вы на страничке в Instagram можете найти, собственно, куколок, с которых и нарисованы эти иллюстрации, и сами куколки милейшие, и иллюстрации просто невероятные. Я просто влюблена в них уже давно. Несмотря на то, что это первая и на сегодняшний день единственная книга автора, но вы довольно много можете найти раскрашенных иллюстраций в Instagram, потому что можно было раньше купить отдельно картинки автора и их раскрашивать. Но так как меня это не очень привлекает или даже очень не привлекает, то я ждала книгу, и я даже где-то около года назад писала автору, интересовалась, а не планирует ли он выпускать книгу. И поэтому, конечно же, как только я узнала о том, что такая книга будет, то я поспешила ее приобрести. Конечно же, я покажу вам ближе и левую страничку, чтобы вы посмотрели, насколько это прекрасно, как красиво подобраны цвета, какое все нежное. Ну, не знаю, мне прям вот в самое сердечко. И, конечно же, покажу вам страничку, которая уже для нас с вами. Печать в этой книге, она серая, но лайн довольно деликатный, то есть все линии серые, здесь нет черных линий, несмотря на то, что есть серая тонировка, но она выглядит довольно деликатной. Если, например, глядя на книги Ленки Филоненко и раскрашивая эти книги, у меня иногда возникают сложности с тем, чтобы перекрыть серую тонировку, то иногда вот там вот такое бывает. А здесь мне кажется, что должно быть все чуть-чуть полегче, потому что тонировка более деликатная. Также каждая иллюстрация у нас подписана и каждая страничка пронумерована. Однако обратите внимание, что пронумерованы именно страницы. То есть если вы нумеруете именно иллюстрации для того, чтобы вносить их в трекер и отмечать раскрашенные страницы, то эта нумерация, она вам ничем не поможет. Я буду свои картинки нумеровать отдельно. Еще одну иллюстрацию покажу вам поближе, для того, чтобы вы смогли полюбоваться. Это у нас приключения Гекльберри Финна. Очень здорово. Вы знаете, я раскрашиваю чуть более 2 лет.
И как-то я, ну, уже, наверное, немножко определилась с тем, что мне нравится, что мое. И я поняла, что мое это все же какая-то милейшая милота, потому что что-то криповое или что-то там магическое, фэнтезийное, это прям совсем не для меня. У меня ни фантазии нет на эти иллюстрации, ни желания нет их раскрашивать, и не получаются они мне так, как мне бы этого хотелось. А действительно раскрашивать вот какие-то такие милые иллюстрации, это прям вот мое в точку. Поэтому, конечно же, я очень рада этой книге. Так как нету на нее обзоров, то, естественно, я его тоже не видела, но меня это абсолютно не волновало, потому что я, ну и так, большую часть этих иллюстраций наблюдала уже в течение года, поэтому я по-любому узнала, что книга мне понравится. Какими бы ни были там иллюстрации, я ее очень хочу. Итак, смотрите, вот здесь у нас была уже последняя иллюстрация с примером. Ну а дальше у нас будет 4 картинки без примера. То есть на обеих сторонах представлены картинки для раскрашивания слева и справа. И вот здесь. Обычно в корейских раскрасках есть какие-то такие, ну скажем так, допы, гифты. Это, например, какие-то наклеечки, открыточки, аппликации. В принципе, я рада, что здесь это не какие-то наклеечки или открыточки, а именно вот, ну, просто плюс 4 дополнительных иллюстрации, тем более таких красивых. Мне кажется, это куда более интересно. Я, конечно, невероятно довольна. Мне нравится и качество этой книги, мне нравятся и иллюстрации, и размер меня не пугает, потому что изначально я чуть-чуть так подзасомневалась, когда узнала, что она 4. Конечно же, у меня не было мысли ее не покупать, но я, скажем, ну, на капельку совсем огорчилась. Но, увидев ее вживую, я поняла, что это очень комфортный размер, так как иллюстрации, они все же не полностью покрывают страницу, они имеют довольно широкие рамки, и поэтому раскрашивать все равно должно быть комфортно. Единственное, что все-таки книга, конечно же, на склейке. Ну да, вот я ее сейчас перегнула, и она вот так и осталась. И поэтому, в принципе, не знаю, мне все-таки кажется, что это та склейка, которая не очень хорошо будет держаться. Ну, однако я все же начну раскрашивать ее, так как есть, возможно, я ошибаюсь. И если вдруг с ней что-то случится, то за счет того, что здесь довольно большие отступы от корешка, я смогу ее посадить на пружинку, например. Ну, в общем, как-то смогу выкрутиться из этой ситуации для того, чтобы книга у меня все же осталась книгой. Поэтому, несмотря на какие-то существующие недостатки, а вернее один в виде склейки, я очень довольна этой книгой. Я была очень рада поделиться с вами этим обзором. Я надеюсь, он вам был полезен, интересен. Обязательно пишите ваши комментарии, понравилась ли вам эта книга, ждете ли вы ее, будете ли вы его покупать, ну или это совсем не ваша тема. Также, пожалуйста, поддержите меня лайком, мне это будет очень приятно. Я желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения, только самых лучших любимых книг и, конечно же, море вдохновения. Всем пока!